Они первыми приходят на помощь, спасают жизни других людей, подчас рискуя собственной. Представители одной из самых мужественных профессий, спасатели, отметили свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателей России, прошли во Дворце культуры «Арктика». Там же состоялось и награждение. Под знамя Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу прошу всех встать. Российский корпус спасателей был образован 27 декабря в 1990 году. День спасателя отмечается с 1995 года. Это профессиональный праздник всех, кто работает и служит в МЧС, региональных и муниципальных службах спасения, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных, спасательных организациях. Работа эта сложная и очень ответственная. Об этом говорилось и в поздравительном письме от губернатора округа Игоря Кошина. Во все времена работа спасателя была уделом отважных, мужественных, сильных людей. Каждая нештатная ситуация требует предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать верное решение. Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. А поэтому важно, чтобы помощь была оперативной и квалифицированной. Климатические условия в Ненецком автономном округе требуют от каждого из вас высокого профессионализма. Как отметил председатель собрания депутатов НАО Анатолий Мяндин, условия Крайнего Севера придают особую значимость работе спасателей. Большая продолжительность темного времени суток, низкие температуры, необъятная тундра и своенравная река Печора создают особые условия для работы. Но в каких бы ситуациях ни оказывались люди, каждый знает, что к нему придут на помощь. Вы всегда на деле доказываете свой профессионализм, свою компетентность. Рискуя своей жизнью, боретесь с огнем, с последствиями паводка, с другими стихийными последствиями, с другими стихийными бедствиями. И всегда приходите на помощь пострадавшим. Профессия спасателя – это своего рода образ жизни людей, которые посвятили свою судьбу защите окружающих от природных катаклизмов и техногенных катастроф. Каждый спасатель, который идет на работу, готов в любую минуту совершить подвиг ради спасения других. Уважаемые друзья, решите от имени Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго, успехов, здоровья. Берегите себя и своих близких. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать нашим ветеранам, которые стояли у истоков создания нашей системы. Эти люди и сейчас находятся на боевом посту и передают свой богатый жизненный опыт молодому подрастающему поколению. Спасибо им, здоровья, всего самого доброго. В этот день прозвучало много поздравлений в адрес представителей мужественной профессии. Сами спасатели о своих достижениях и заслугах много говорить не любят, потому как их профессионализм проявляется на деле. А вот поздравить своих коллег с профессиональным праздником согласились. Поздравляю всех коллег и всех сотрудников структуры МЧС с нашим профессиональным праздником. Желаю всем главное здоровья, поменьше выездов, спокойных будней. Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником. День спасателя. Желаю поменьше работы, уюта в семье, здоровья, счастья. За особые заслуги в связи с профессиональным праздником сотрудники Главного управления МЧС, первой пожарной спасательной части, Центра ГИМС, Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра и поисково-спасательная служба награждены почетными грамотами и медалями. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».